Здравствуйте, в эфире телекомпании ТВИН. Итоговая информационная программа «Время местное. События недели». Мы традиционно рассказываем вам о самых важных новостях уходящей недели. В студии Ольга Аникина. Смотрите выпуски. От строительства до ввода современных объектов. История комбината в почтовых реликвиях. В музее ММК работает выставка, посвященная 90-летию предприятия. В памяти легендарных директоров ММК в городе состоялись торжественные митинги в честь Ивана Рамазана и Анатолия Старикова. Еще больше возможностей открылось перед юными экологами. Чтобы изучать природу и делать научные открытия, в экологическом центре появилось умное оборудование. Дождь спорту не помеха. Более 1500 любителей бега вышли на старт 56-го легкоатлетического забега «Азия-Европа» памяти Бориса Нагибина. А сейчас об этих и других событиях более подробно. При участии ММК в Москве прошел праздник Магнитогорской и Челябинской улиц. В честь знакового события была открыта фотовыставка к 90-летнему юбилею градообразующего предприятия Магнитогорска. В торжественной обстановке презентовали и два памятных знака, создание которых велось при поддержке металлургического гиганта. Прошли на улицу Магнитогорскую. В районе Ивановска на востоке Москвы прошел праздник улиц Магнитогорской и Челябинской, посвященный достижениям уральских городов. На улице Магнитогорской состоялось открытие монументальной композиции в честь присвоения населенному пункту почетного звания «Город трудовой доблести». В ее основу легла глыба железной руды, которую в столицу доставил ММК. Здесь произошло знаменательное событие. Сюда привезли из подножья Магнитной горы глыбу железнорудного образования весом 3,5 тонны. И здесь в перспективе будет заложен сквер, посвященный городу Магнитогорску. Центральным элементом памятного знака, открытого на Челябинской улице, стал серо-розовый гранитный камень, также привезенный в Москву Магнитогорским металлургическим комбинатом. Монумент был создан по проекту уроженца Челябинской области президента Союза архитекторов России Николая Шумакова. Это всегда было важно основополагающим развитие межрегионального сотрудничества и дружбы между людьми, потому что всегда путь к большим делам лежит через культуру и через общение. В свою очередь также хочу пригласить вас в город Магнитогорск. Сегодня Магнитогорск – это динамично развивающий город, создающий общественные пространства, дворовые территории, новое производство. Спасибо. Праздником. Два года назад московские улицы Магнитогорская и Челябинская отметили свой 45-летний юбилей. Провести праздничные мероприятия тогда помешала пандемия. В этом году участников знакового мероприятия порадовала фотовыставка «Стальное сердце России» о прошлом и настоящем «Магнитке», концерт артистов, уроженцев Челябинской области, массовый забег дружбы. В торжествах приняли участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций, делового сообщества, москвичи и гости из Челябинской области. Приятным сюрпризом для собравшихся стал видеоролик из Магнитогорска, записанный на улице Московской. Дорогие москвичи, нам очень приятно, что вы сегодня на празднике, посвященном юбилею улицы Магнитогорской. Той самой, что находится на востоке Москвы, возле шоссе энтузиастов и Измайловского парка. Мы неоднократно бывали там и гордимся, что столица нашей отчизны имеет улицу под названием Магнитогорская. Причем вы столица отчизны, а у нас столица черной металлургии. И у нас есть улица Московская. Посмотрите, за нашими спинами один из домов этой улицы рассказывают, что проектировали этот дом московские архитекторы. Когда-то в годы Великой Отечественной войны по этой Московской улице ходил паровоз, дымел и гудел. Он отвозил броневую сталь на Полякова на испытания. Как известно, «Магнитка», Магнитогорский металлургический комбинат, давал каждый второй танк броню для него и для каждого третьего снаряда. Москва – город-герой, а «Магнитка» – город трудовой доблести. И здесь мы похожи. Пусть мы далеки друг от друга, много километров, но мы близки душой. А значит, мы братья и сестры, дорогие наши москвичи. Праздник уральских улиц и установка памятных знаков стали символами индустриальной мощи и трудовой доблести Магнитогорска, Челябинска и всей Челябинской области. Как отметили организаторы, это начало нового этапа в развитии межрегионального сотрудничества Москвы и Челябинской области – делового, производственного, культурного и туристического. Приглашаю вас к нам в гости.
Сейчас там организуются замечательные, потрясающие экскурсии на предприятия, где можно вживую видеть, как работают люди, сталевары, металлурги. Поэтому мы очень-очень счастливы. Дина Наумова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. В музее ММК продолжает свою работу уникальная выставка, приуроченная к 90-летию комбината. С историей предприятия она знакомит с помощью марок, конвертов, карточек и штемпелей. Они являются частью личной коллекции инженера-электрика, заслуженного энергетика России Вячеслава Головина. За 20 лет ему удалось найти по-настоящему редкие экспонаты, которые помогут раскрыть новые страницы истории ММК. Кто такой Чингис Эльдрым, сегодня мало кто знает. В годы репрессии его имя было вычеркнуто из истории Магнитки, но не забыто. Свидетельством чему является конверт с его изображением, который напоминает о том, что это был один из легендарнейших руководителей магнитостроя. Зимнее проживание в палатках было очень трудным для первостроителей. Так вот, Чингис Эльдрым предложил эти палатки обкладывать кошмой. И говорят, в таких палатках, которые были обложены, присыпаны землей, конечно, внутри они тоже отапливались, было гораздо теплее, чем в продуваемых всеми ветрами бараках. Так вот, эти сооружения, нечто среднее между палаткой и юртой, стали называть его именем. Их называли чингисками. И это далеко не единственная удивительная находка. Историей и новыми открытиями пропитаны все экспонаты этой выставки, которая охватывает разные этапы становления комбината – от его строительства до ввода в строй современных объектов. Стоит сказать, что с ММК Вячеслав Головин связан с 1979 года. Он начал свою деятельность электромонтером, а закончил начальником Центральной электротехнической лаборатории комбината. За трудовые заслуги Вячеслав Васильевич был отмечен медалью Петра Великого, которая не стала единственной. У Головина еще есть 42 медали за участие во всероссийских и международных выставках филателистов. В моей коллекции сегодня 3 метра. Это вот, это если поставить все альбомы, все клясеры, все, значит, папки, значит, так, то получится где-то в районе 3 метров. Сколько их там? Я не знаю. Я не задавался никогда целью, значит, так посчитать. Начало этой уникальной коллекции, первые экземпляры которой были куплены в магазине «Вестник», положила любовь не к собирательству, а к истории. Ведь на выставке под каждой маркой, конвертом или карточкой можно найти не только официальную, но и малоизвестную информацию об отраженном событии или персоне. Ее Вячеслав Васильевич черпал, изучая подшивки городских газет за много десятилетий. Конверт, отправленный в Магнитогорск из Баффало, штат Нью-Йорк. А эта карточка вот посвящена, это первая карточка, посвященная магнитострою. Значит, так вот. А это автограф Елены Джапаридзе, первостроитель, значит, которая была прорабом на строительстве центральной электростанции. Вот это уникальная вещь, потому что второго такого нет. Вот точно такого же второго нет. О том, что заместитель министра черной металлургии СССР начинал свой путь в Магнитке, сегодня действительно мало кто знает. Поэтому для людей, интересующихся историей, коллекция Вячеслава Васильевича станет кладезем информации, считает Надежда Халитова. Тем более, что только здесь можно будет увидеть новинку этого сезона – карточку, посвященную присвоению Магнитогорска звания «Города трудовой доблести». Я писал, что необходимо сделать. Я писал, что необходимо выпустить марку, карточку и штемпель. Значит, так. Вот карточку выпустили, штемпель выпустили. Это одна из последних ваших приобретений, одно из последних приобретений? Ну, в принципе, да. Татьяна Артеменко, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На этой неделе в крупнейшем казахстанском городе начала работу 27-я Центральноазиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». На стенде по ММК будет представлен широкий спектр металлопродукции комбината и в первую очередь линейка высокопрочных и износостойких сталей «Макстронг». Гости и участники форума, ориентированного на демонстрацию достижений международных и казахстанских производителей материалов, оборудования, услуг и разработок для горно-металлургического комплекса, смогут познакомиться с импортозамещающими высокопрочными сталями «Магнитки», которые используются для изготовления ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичных
молочной продукции. Их применение позволяет существенно улучшить качественные характеристики и снизить вес изделий, дает значительный экономический и экологический эффект. По сравнению с рядовыми марками стали, выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30% в течение всего жизненного цикла продукции. Стали Max Strong не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу, ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, а также позволяют увеличить срок службы изделий. Сегодня потребители могут получить комплексные решения от механоремонтного комплекса и ММК «Метиз», которые осуществляют переработку металлопроката и поставку сварочных материалов для продукции Max Strong с рекомендациями по параметрам сварки. Все это обеспечивает постоянный рост спроса на эти стали среди потребителей. В 2021 году их отгрузка в адрес машиностроительных предприятий России и Евразийского экономического сообщества выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом. А металлопрокат Max Strong в прошлом году использовали в своих изделиях 573 предприятия, в 2020 – 486, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. ПАО ММК принимает участие в международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу Net Mall Expo 2022, открывшейся в Москве 20 сентября. На стенде компании представлены различные проекты и объекты недвижимости компании, представляющие интерес для инвестиций, в том числе выставлены на продажу непрофильные активы группы ММК. Одно из самых интересных и перспективных предложений – возможность участия в уникальном проекте по преобразованию городского пространства «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступил председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Первая очередь парка была запущена в Магнитогорске в прошедшем июле, а до 2025 года предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Здесь будет создано круглогодичное мультифункциональное пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, включая образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парковые, рекреационные объекты, рестораны и кафе. Масштабный проект открывает потенциальным партнерам широкие возможности для развития бизнеса в сфере услуг, например, проведение различных мероприятий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров, а также образование и развлечения, общественное питание и другие. Новая инфраструктура создаст сотни рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов. Клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн и так далее. Возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта. Также для инвесторов доступны площадки под открытым небом для размещения объектов уличной торговли и услуг. Еще одно направление – индустриальный парк, созданный ММК в 2016 году на площадях бывшего калибровочного завода. В 2017 году общество с ограниченной ответственностью ММК «Индустриальный парк» получило аккредитацию в Минпромторге России, что открыло возможности для получения резидентами мер государственной поддержки, которыми уже сейчас успешно пользуются компании из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Среди налоговых льгот для инвесторов – нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога. В парке площадью 65 гектаров для инвесторов доступны промышленные помещения и вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Площадка обеспечена всеми коммуникациями, включая электроснабжение, промышленное и пожарно-питьевое водоснабжение, канализацию и природный газ, а также транспортную инфраструктуру с развитой железнодорожной сетью, имеющей прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южноуральскую железную дорогу, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. Промышленные экскурсии ММК вошли в федеральный проект «Россия-85 приключений». В нем собраны лучшие приключения, которые можно пережить в каждом из 85 регионов нашей страны. Напомню, целью данного проекта является развитие внутреннего туризма в стране. И Магнитогорск пока является единственным городом Челябинской области, который включен в этот список. Первый экскурсионный маршрут, который называется «Украшение огня», Магнитогорский металлургический комбинат запустил в 2018 году, став, по сути, первопроходцем промышленного туризма в России. Посетителям он представил уникальную возможность побывать в доменном цехе и на толстолистовом стане 5000 и воочию увидеть, как рождается металл и закаляется сталь. Подобный экскурсионный формат оказался настолько востребованным, что дал старт рождению новых маршрутов. У нас есть порядка 8 маршрутов для взрослых.
А также должна сказать, что мы единственное предприятие, которое вводит на свою промышленную площадку детей от 6 лет. И у нас для детей есть также 3 маршрута. Должна сказать, что все наши туристы, да, при посещении промплощадки полностью находятся в безопасности. То есть мало того, что их переодевают полностью, туристы все застрахованы. При посещении промышленной площадки всегда есть сопровождение, да, службы безопасности дорожного движения. Сегодня гости предприятия могут не только побывать в самых передовых цехах ММК, но и оценить впечатляющий масштаб производства с водной глади, побывав на водной экскурсии по Магнитогорскому водохранилищу. Мы решили, что было бы интересно посмотреть не только комбинат изнутри, но и на комбинат снаружи. И тут мы можем с вами посмотреть на объекты комбината действительно с очень необычного ракурса. Потому что больше мы с вами нигде их так не увидим. Мы прекрасно увидим там доменные печи. Причем мы увидим их полностью. Огромный агрегат, который мы не можем увидеть, когда мы стоим рядом с ним. Мы не можем оценить просто его масштаб. Путешествие действительно получается захватывающим и дает возможность оценить масштабы ММК, площадь которого сопоставима с площадью Парижа и Барселоны. Отправиться в тур могут как семьи с детьми, так и маломобильные граждане, для которых в этом году будет запущен еще и экскурсионный маршрут по комбинату. Мы в этом году решили запустить абсолютно новый проект, которого нет практически нигде у нас в стране. Мы решили открыть маршрут для маломобильных категорий населения. Мы проработали требования с промышленной безопасностью, попросили участников, да, проехать вместе с нами, чтобы они тоже посмотрели, возможно, дали какие-то свои замечания. Но, собственно, я должна сказать, что замечаний-то никаких и не было. То есть люди на инвалидных колясках проехали везде, увидели много интересного, что они действительно, собственно, больше нигде не могут увидеть. Участники этого маршрута, который стартует в середине октября, смогут побывать в самом инновационном цехе ММК ЛПЦ-11, причем подать заявку на участие и в этой, и любой другой экскурсии совсем не сложно. Вы можете подать заявку на нашем сайте ММК Тур, либо позвонить по телефонам, которые также у нас на нашем сайте указаны. Да? Вас запишут, расскажут, какие даты свободны, вы подъезжаете, оплачиваете экскурсию и все. Остается добавить, что в 2021 году National Geographic назвал ММК самым интересным местом в России для промышленного туризма. И этот статус предприятия полностью оправдывает. За последнюю пару-тройку лет его посетило уже более 23 тысяч туристов. Павел Берсенев, Татьяна Артеменко, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН. Спортивный клуб «Металлург Магнитогорск», как и Магнитогорский металлургический комбинат, в этом году юбиляр. В честь 90-летнего дня рождения организации состоялось торжественное мероприятие. Поздравить работников спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» с весомой датой приехали многочисленные гости. Привет, дружище. Привет. Теплая встреча коллег, спортсменов, единомышленников, поздравления сотрудников спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» с 90-летним юбилеем учреждения прошло в торжественной и душевной атмосфере. История организации берет начало с конференции физкультурников ММК, которая состоялась 21 мая 1932 года, буквально через несколько месяцев после пуска первой доменной печи. Магнитогорский металлургический комбинат возводили молодые энтузиасты. На стройке века было создано структурное подразделение «Металлург», главными задачами которого стали проведение соревнований, внедрение принципов здорового образа жизни, поднятие культурного уровня трудящихся. Я хотела бы вас поздравить, пожелать дальнейших новаторских идей, продолжать развиваться и существовать в этом же качестве, работать на благо Челябинской области и на благо Российской Федерации. Внушительным подарком от ММК к 90-летнему юбилею спортклуба стала новенькая яхта. Она пополнит водный парк учреждения и уже совсем скоро начнет бороздить просторы Урала. Очень здорово, что появилась целая вот в вашем лице целая плеяда по-настоящему спортсменов высокого уровня и людей, по-настоящему отдающих все свои таланты, энергию, жизнь вот этому делу, занятия спортом, развитию металлургов, если так можно сказать. Благодаря различным состязаниям и цеховым спартакиадам, в которые из года в год добавляются новые интересные дисциплины, спорт прочно закрепился в жизни не только сотрудников ММК, но и многих магнитогорцев. Вперед! К здоровью приобщать! Все начиная заново, как завещала нам Белова, ну и еще Кальянова. Я являюсь выпускником этой школы, я занимался легкоатлетикой. И вы знаете, мне очень приятно, что сейчас приумножается наше с вами
спортивная семья, спортивное событие. И, как уже Александр Олегович отмечал, что очень много сделано и комбинатом, и вами, и нами людьми для развития массового спорта. Вспоминая своего тренера по легкой атлетике, Александр Леднев не смог сдержать переполняющие его эмоции. Спасибо всем вам, спасибо тренерам. Вы занимаетесь благородным трудом, я не понаслышке знаю вашу профессию. Мой отец, тренер, долгое время работал в данной организации. Физмагнит, по-старому уже говорю, да, стал давно уже визитной карточкой не только города Магнитогорска, но и России. Результаты сами говорят за себя. На торжестве отметили благодарственными письмами муниципального, областного и всероссийского уровней почетных тренеров спортклуба, выдающихся спортсменов, преданных делу сотрудников. Индивидуальные аплодисменты адресовать одному уважаемому человеку, воспитаннику вашего клуба, единственному тренеру сборной Советского Союза, хозяину этого манежа Микаэлю Микаэльевичу, тем более завтра у него день рождения. Здоровья вам, Микаэль Микаэльевич! Дина Наумова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. 18 сентября – день рождения директоров Магнитогорского металлургического комбината Ивана Рамазана и Анатолия Старикова. В день памяти этих легендарных руководителей состоялись торжественные митинги. Представители города и ММК посетили правобережное кладбище, а также возложили цветы к памятнику Ивана Рамазана в сквере, который носит имя народного директора комбината. У двух легендарных руководителей комбината Ивана Харитоновича Рамазана и Анатолия Ильича Старикова был день рождения в один день. И одна на двоих общая цель – развитие градообразующего предприятия, сохранение объемов производства, несмотря на сложные экономические условия. Каждому из них досталось непростое время. Об этом вспоминали на митинге, который состоялся в день памяти легендарных директоров в сквере Рамазана. Среди присутствующих многие были знакомы с ним лично. Петра Бибика судьба свела с Иваном Харитоновичем в 80-е годы прошлого века. Народный директор назначил его заместителем начальника цеха механизации номер один, а затем начальником цеха эмалированной посуды. Иван Харитонович очень здорово помог коллективу эмальцеха в эту сложную пору выстоять, потому что было много брака. Металл шел ненадлежащего качества, он организовал сквозной контроль по металлу. Много пришлось решить и социальных проблем в это время. А в эмальцехе женщины, ведь 70% с неудачной судьбой, сами матери-одиночки. Поэтому детские сады, квартиры и движение автобуса до самого цеха, это все было Иваном Харитоновичем решено. Он любил людей, и поэтому он делал все для людей. Нельзя не вспомнить сегодня, 18 сентября, тоже день рождения у Старикова Анатольевича. Поэтому это два директора, которые внесли серьезную лепту в развитие металлургического комбината и коллектива. И сохранили, главное, коллектив в то сложное время. Ивану Харитоновичу досталось переходное время, когда прекратил свое существование Советский Союз. Анатолию Ильичу пришлось пожинать плоды этого политического процесса. Поэтому легендарные руководители были человечными, но отнюдь не мягкими людьми. Они очень были жесткие в проведении политики сохранения технологического процесса, обеспечения процесса и людскими ресурсами, и прежде всего ресурсами материальными. А время было сложное, поэтому без денег привозили, значит, руду, уголь. И надо было решать эти вопросы и обеспечивать коллектив работой. В сквер Рамазана в день памяти ежегодно приходят ученики школы 59, которая носит имя народного директора. Руководитель образовательного учреждения Ульяна Кукара отметила, добрая традиция будет жить всегда. Мы каждый год приходим к памятнику, и завтра также с делегацией 16 человек школьников мы прибудем сюда. Ирина Рамазан, это дочь Ивана Харитоновича Рамазана, тоже будет здесь, и мы вместе почтим еще раз память великого директора. Церемония продолжилась на правобережном кладбище. К могиле бывших директоров ММК друзья и коллеги возложили цветы и венки, а также отметили их вклад в развитие комбината. Трудно переоценить. При Иване Рамазане на ММК достигли максимального производства стали – 16 миллионов тонн в год. Задачей Анатолия Старикова было удержать предприятие на плаву. Несмотря ни на что, комбинат продолжал строить. Конвертерный цех был пущен при Иван Харитонович, это взамен 35 печей мартеновских.
Значит, Анатольевич запустил стан 2000, который позволил увеличить производство листовой стали. Иван Харитонович и Анатолий Ильич знали производство от и до и понимали нужды металлургов, откликались на просьбы, ведь сами начинали с рабочих должностей. Именно при Рамазане комбинат начал заключать бартерные сделки с зарубежными партнерами. Сами металлурги и их дети были обеспечены одеждой, обувью, продуктами питания. Тогда среди горожан появилось и известное выражение «дети Рамазана». Анатолий Ильич налаживал разрушенные хозяйственные связи, успешно решал вопросы с покупкой сырья и сбытом продукции. Люди не бывают одинаковые, но цель у них была одна – сохранить комбинат, сохранить город и обеспечить нормальные условия жизни для жителей города. С непростыми задачами легендарные руководители «Магнитки» справились и заложили основы будущим успехам предприятия. Евгения Салахутдинова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. К другим темам. Встречи и общение с жителями города давно стали неизменной частью рабочей этики главы Магнитогорска Сергея Берникова. Студенты и служащие, сотрудники промышленной и социальной сферы, силовики и творческие коллективы. Никто не остается без внимания градоначальника. Накануне он пообщался с учащимися и преподавателями Государственной консерватории имени Глинки. Подробности в материале. Свое общение с коллективом и студентами Сергей Берников по традиции посвятил тому, как важно сообща сделать Магнитогорск по-настоящему комфортным местом для проживания. Разумеется, значительное внимание было уделено экологии и тому, насколько велики вложения в эту тему Магнитогорского металлургического комбината и долгожданному появлению современного мусорного полигона, который позволит по-новому подойти к проблеме утилизации отходов. Там будет система газоутоления, там будет система водосбора, фильтрации и очистки. То есть все. Оттуда ни в землю, ни в воду, ни в воздух вредных веществ не будет. Старую свалку мы с вами должны в течение вот следующих 2 лет рекультивировать. Строительство дорог и парков, озеленение, ежегодное обновление трамвайного парка, вложение в медицину и спорт – все это темы не раз упомянутые, но не теряющие важности для Магнитогорска. При этом никто не отрицает, что стать идеальным город в одночасье не может. Давайте не будем сыпать голову пеплом, давайте будем делать лучше. Начнем с себя, у нас, с Магнитогорска. И если нам что-то удастся в городе сделать, то это будет здорово. Сейчас трудно кого-то обмануть фиктивными цифрами и несуществующими показателями, поскольку существует большое количество разнообразных и независимых рейтингов. Но мы везде с вами там в 15 лучших, а то и в 10, а то и в пятерку по разным направлениям входим. Областных городов там нет в этом перечне многих, а мы есть. Практика последних лет показывает, что у нас город развивается не только в плане инфраструктуры, комфортной среды, но и в культурно-образовательном плане. То есть это безусловно. У нас строятся школы, у нас строятся музыкальные школы, детские школы искусств, у нас серьезный охват детей наших художественным образованием. Руководитель учебного заведения отметила, что все усилия последних лет, руководство города, ММК, области, действительно повышают желание многих молодых людей не покидать Магнитогорск. Обосновываться здесь, работать по специальности, создавать семьи и растить детей. Ну а студенты и сотрудники консерватории не столько делились с главой своими профессиональными хлопотами, сколько интересовались общегородскими темами, например, дорогами в поселках или реконструкцией аэропорта. Понимая эту важность, сумели мы решить, кстати говоря, подключались все и губернатор, и Виктор Филиппович Рашников, и, в общем, дошли до президента 2 раза. Но, тем не менее, принято решение, и в нашем аэропорту начался ремонт. Обсуждать насущные вопросы Магнитогорска можно и нужно. Но то, что город с каждым годом становится лучше, сомнению не подлежит. Павел Зайцев, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН. Юные художники на уходящей неделе получили в подарок мольберты и стулья. Мебелью к новому учебному году учеников школы номер 63 по просьбе руководства обеспечили депутат Магнитогорского городского собрания по 12-му избирательному округу Александр Мухин и шефы объединенной сервисной компании. Педагоги отмечают, теперь заниматься изобразительным искусством детям стало еще удобнее, комфортнее и интереснее.
Вместо школьных парт – двусторонние мольберты. С начала учебного года юные художники занимаются в новых условиях. Семилетняя Ксения Колгатова ходит в первый класс и с удовольствием посещает школьный кружок. Девочка любит рисовать и больше всего – портреты. Мамы, бабушки, и папы, своей сестры. А еще я люблю рисовать натюрморты. Мне нравится смешивать цвета, делать нежные. Школьная изо-студия пользуется популярностью среди учеников. Чтобы юным художникам было комфортно заниматься творчеством в новом учебном году, руководство школы решило оборудовать отдельную изо-студию и приобрести новую мебель. Нам сделали такой замечательный подарок, что появились мольберты, появились новая мебель, стулья, да, и ребята уже чувствуют себя по-другому, и у ребят проявляется такой вот новый интерес к изобразительной деятельности, что когда я прихожу, все говорят, можно мы все 30 в кружок пойдем. Двусторонние мольберты и складные стулья появились благодаря помощи депутата по 12-му избирательному округу Александра Мухина и шефов объединенной сервисной компании. Вопрос приобретения мебели был решен в короткие сроки. Мы оказали содействие, приобрели мольберты, приобрели стульчики для того, чтобы дети могли жить в искусстве и получать удовольствие и комфортно чувствовать себя за студией. Конечно, мы благодарим всех и шефов наших, и депутата нашего Мухина Александра Алексеевича и цех автоматики, КИП «Автоматика», за то, что они не только в подготовке школы ремонта нам помогают, но иногда у нас возникают такие проблемы, которые нужно решить срочно, не дожидаясь лета. И когда мы к ним обращаемся, они нам никогда не отказывают, всегда нам помогают. За это, конечно, мы им очень благодарны. В планах юных художников и дальше заниматься творчеством, создавать яркие рисунки и участвовать в конкурсах. Есть идея выйти на пленэр, тем более новое приобретение это позволяет. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Эта школа имеет многочисленные награды и регулярно попадает в топовые рейтинги области и страны. Ее выпускники поступают в сильнейшие вузы, а ее директор – единственный в области абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года». Наталья Никифорова, директор школы номер 5 с углубленным изучением математики, получила премию Законодательного собрания области в сфере образования. В чем основная задача руководителя? Как сохранить уникальный коллектив и добиться высоких результатов, узнал наш корреспондент. У нас школа с углубленным изучением математики, но, несмотря на это, дети очень творческие. У нас уникальный педагог изобразительного искусства Матвея Валентина Анатольевна, который умеет сделать так, что каждый ребенок умеет создать какой-то творческий продукт. Директор Наталья Никифорова проводит экскурсию по школе. В ее коллективе еще немало учителей, о которых можно сказать уникальный педагог. Ее команда творческая, креативная, готова всегда поддержать любую инициативу. Очень активны в плане внедрения в программу различных новшеств учителя информатики. Сейчас мы готовимся войти в проект совместные Минцифры и Минпросвещения, где дети смогут бесплатно в течение 2 лет изучать современные языки программирования. А еще математики отлично поют. Школа славится своим хором. Здесь поют даже учителя, не исключая директора. Наталья Сергеевна шутит. Наверняка учитель музыки пригласил ее в хор не за вокальные данные. Возможно, за поющего директора начисляются дополнительные баллы на конкурсах. А конкурсы школа номер 5 выигрывает с завидным постоянством, и не только математические. На мой взгляд, основная задача руководителя – это создать такие условия, чтобы коллективу, педагогам, детям, родителям было здесь интересно вместе работать. Вот если это получается, я считаю, что директор, он успешен. Поэтому своим, наверное, основным достижением я считаю сохранение коллектива. Грамот и наград хватает и у самой Натальи Сергеевны, но все они в основном за учительскую деятельность. Премия законодательного собрания – это пока самая значимая ее премия в статусе директора. Никифорова возглавляет школу с 2013 года. Она очень энергичная, талантливая. И я был огорчен, когда она ушла от этой работы, непосредственно как сильный математик, олимпиадник, и занялась вот работой директорской. Я был огорчен, но, с другой стороны, на посту директора она раскрылась еще лучше.
Планы у школы грандиозные, движения только вперед, в сторону вариативности. Например, сейчас рассматривается вопрос введения дополнительных профилей и дополнительное изучение предметов, которым ребенок сможет обучаться на углубленном уровне. Говоря о Наталье Сергеевне, можно сказать, что это человек эффективных решений. Это, вот, на мой взгляд, это тот самый современный, умный, демократичный и человечный управленец, которого все ждут. И школа вместе с ней стала школой решения. Что это значит? Это значит, что любой конфликт, любая проблема, любая задача, которая приходит в школу, она не оставляется, она не забывается, она начинается решаться. Коллеги говорят про Никифорову, что она очень демократичный директор, который не увлекается властью, а двери ее кабинета всегда открыты для коллег, для родителей и даже для детей, которые научились заходить в кабинет директора без страха. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Умная техника для будущих ученых. В экологическом центре Магнитогорска по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» открылся класс эколого-биологической цифровой лаборатории. Этого события сотрудники отдела экологического воспитания Дворца творчества детей и молодежи ждали с нетерпением. Теперь занятия с юными воспитанниками выйдут на новый уровень. В экологическом центре более 200 питомцев, порядка 60 видов. Они уже привыкли к вниманию в свой адрес экскурсионных групп школьников. Отныне ребята смогут не только изучать повадки животных, но и проводить захватывающие биологические исследования. За стенкой живого уголка открылась эколого-биологическая цифровая лаборатория. На торжественном мероприятии школьников ожидала зажигательная программа от Алисы из «Зазеркалья». Высокопоставленные гости дали будущим ученым свои напутствия. Уникальная природа окружает нас. Урал, Уральские горы. Вот у вас есть возможность изучать природу. Изучать как животных, так и птиц, так и млекопитающих. И то оборудование, которое закуплено, оно вам в этом поможет. Я желаю вам, чтобы вот начало в этом клубе было для ваших научных открытий. И потом пройдет какое-то время, и не в Зазеркалье, а в городе Магнитогорске будут новые имена. При поддержке федерального, регионального и муниципального бюджетов в класс эколого-биологической цифровой лаборатории по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» была закуплена лабораторная мебель и исследовательское оборудование. Класс рассчитан на 12 мест. Профессиональные бинокулярные микроскопы, которым подключено электронное око, смогут снимать видео и фотографировать, что позволит записать многое, чего не увидишь невооруженным глазом. Изюминка класса – цифровая экологическая лаборатория. У нее 12 датчиков, способных снимать различные показания. Температуру, влажность, давление воздуха, шум и загрязненность атмосферы. Маленький чемоданчик вместе с ноутбуком взял в поле, пришел в поле, снял все интересующие тебя показания. И можно это периодически проводить в течение там сезона либо года и следить, как они меняются, ну и выдвигать гипотезы. Наблюдать за научными исследованиями юных ученых будет гигантская гурами, обитательница местного аквариума. В фойе школьники и взрослые гости экологического центра на мониторе проследили историю юнацкого движения в Магнитогорске, начиная с 1968 года. Неподдельный интерес вызвали питомцы живого уголка. Мне очень сильно понравились здесь юнацкие хомяки. Они очень милые. Мне больше всего нравятся этих животных крысы, потому что они очень даже талантливые. Мы узнали про них очень многого всякого, что, чем можно кормить их, можно гладить, каких нельзя гладить. Мы будем приручать здесь и учиться новому. В ближайшее время педагоги будут проводить мастер-классы с использованием умного оборудования. Старт новым открытиям дан. Мы приглашаем всех детей из близлежащих школ 11-14 лет. Занятия у нас в основном после обеда с 4 часов. Это во вторник, в четверг и в пятницу. Дина Наумова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. Вы смотрите «Время местное. События недели». Магнитогорск готов к отопительному сезону на 100%. Об этом рассказали в Тресте «Теплофикация». В этом году опрессовка выявила 105 повреждений на сетях в Сеяне, были устранены. Были заменены почти 6,5 километров трубопроводов. Подробности далее.
Как и сани из известной пословицы, подготовку города к зиме нужно начинать летом. Едва закончился отопительный сезон, работники Треста теплофикация приступили к ремонтам. В первую очередь было необходимо обнаружить слабые места на сетях. Это помогла сделать опрессовка. Процесс, когда давление в трубах поднимают до максимальных показателей, где образовалась брешь, там необходим ремонт. Именно в это время горожане оставались без горячей воды. К сожалению, пока обойтись без планового отключения невозможно. Нам необходимо этот период времени для того, чтобы провести опрессовку. Опрессовка проводится повышенным давлением для выявления этих дефектных участков. Да, мы этот срок сократили, но пока других методов по определению дефектных участков, таких эффективных, как опрессовка, пока нет. Всего было выявлено и устранено 105 повреждений на тепловых сетях. Также было заменено 6450 метров трубопроводов. Работы по замене старого оборудования велись и на центральных тепловых пунктах, там, где ведется производство горячей воды. Обновили электрическое оборудование, насосные поставили. Также мы участвовали в программе по модернизации центральных тепловых пунктов. Выполнена замена оборудования на 7 объектах полностью, то есть бойлера, запорная арматура, трубопроводы и изоляция. На подготовке города к зиме был задействован весь коллектив Треста теплофикация. Это 900 человек. Сейчас, по словам главного инженера предприятия, Магнитогорск полностью готов к отопительному сезону. И даже ремонты, которые до сих пор ведутся на нескольких объектах, никак не отразятся на подаче тепла. Если какой-то участок выведен из строя, то передать тепло можно по другим сетям. Мы уже начали подавать на школы, садики. Те, кто к нам обращается в связи с понижением температуры наружного воздуха. Наверное, уже процентов сколько? 30. Уже подали заявки, и мы подали тепло на эти объекты. Это больницы, детские дома, школы, садики. Ну а тепло в домах будет подаваться по многолетней схеме. Напомним, для этого необходимо, чтобы в течение 5 дней среднесуточная температура была не выше 8 градусов. Павел Берсенев, Александр Макаров, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Начало уходящей недели выдалось неспокойным. В одном из многоквартирных домов по улице Жукова был зафиксирован взрыв. Со слов очевидцев, тряхануло так, что взрывную волну почувствовали жители всех подъездов дома. Полиция, пожарные и медики прибыли на место происшествия весьма оперативно. Что случилось, расскажем в нашем следующем сюжете. Квартира взорвалась на Жукова 3 на 5-м этаже. Со слов очевидцев, взрыв в жилом доме раздался в районе 10 часов вечера. Он сопровождался не только сильным хлопком, но и обильным дымом, который повалил из окон квартиры на 5-м этаже. Зрелище было настолько жуткое, что пожарных и скорую вызвало сразу несколько десятков жителей соседних домов. Несколько дней уже эти соседи сверху, квартиранты, беспокоили меня. Крики, пьянки, драки. Я утром пошла к ним, думаю, пойду сделаю им замечание. Пришла, они гуляют, музыка играет, а двери не открывают. Ну, думала, ладно, вечером пойду. Тут вечером кино идет, думала, ладно, закончится кино. Время было 10 часов вечера. Думаю, до 10 вроде как разрешает, музыка играет. Ну, время 15-11, я пошла одевать куртку, думаю, это выйду сюда. Только я вот сюда, это и как хлопнет только этот взрыв. Квартира Людмилы Николаевны находится под той квартирой, где прогремел взрыв. Женщина говорит, что совсем недавно туда заселились квартиранты, которые уже несколько дней не давали покоя всему подъезду. Ой, очень даже страшно. Вот представляете, если бы вот все это, как вот у нас на этом, на Звенягина-то рухнул дом. Такое же и у нас могло бы случиться. Взрывная волна сильная была? Да, сильная. Ну так у них стекла же все повылетали. И я говорю, вот я прям буквально 5 минут, если бы я поднялась, как раз бы он мне дверь открыл, может быть, и на меня как-то бы это все повлияло этой взрывной волной. По одной из версий произошедшего взорвалась светошумовая граната. В квартире, где это произошло, проживали 3 брата. Один из них и спровоцировал взрыв. В настоящее время установлено, что по данному адресу проживали жители Варнинского района. Они приехали в город Магнитогорск на заработки. На данный момент нам известно, что у одного из пострадавших ампутированы кисти рук, а второй поступил в медицинское учреждение с осколочными травмами. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Однако итогов расследования жители дома ждать не стали. Они постарались как можно быстрее избавиться от опасных соседей. Их, говорят, там было 5 человек. 2-х-то вот в больницу как бы положили. А на следующий день пришли, они давай опять с соседкой давай с ними воевать, как говорится, выселять их. Они не уходят, но кое-как мы их выселили. Потом хозяйка уже пришла.
Тут все повыбрасывали, все. Вот так. То есть сейчас они тут не живут? Нет, 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 нет. Юлия Черешнева, Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Более 10 новых памятников ежедневно. Такие цифры озвучили в компании «Евросервис», подчеркнув, что это реакция на возросший спрос на благоустроительные работы в конце сезона. Эта же статистика иллюстрирует, как в компании реализуют одну из миссий – благоустроенное захоронение предков, которые дали нам жизнь. С внедрением новых технологий и станков с программным управлением камнерезы «Евросервиса» существенно расширили технический и творческий потенциал. И сегодня на вопрос, какой сложности изделия им подвластны, и без гордости отвечают любой. Для Аделины, менеджера Евросервиса, этот привычный маршрут вдоль галереи памятников повторяется по нескольку раз за день. Желтые и красные скидочные стикеры на плитах – реакция Евросервиса на возросший спрос. Это традиционно осенью, когда люди спешат завершить благоустройство последнего земного пристанища своих близких. Выбор величайший в коллекции более 820 образцов. Люди хотят приобрести качественный камень, качественную установку, красивое оформление камня по доступной цене. Все перечисленное и высокое качество, и доступная цена достигается наличием собственной производственной базы и мастерством камнерезов. Сейчас параметры станку задает один из самых опытных мастеров. Артем занимается камнем, а это сложнейший в обработке материал, уже более 10 лет. Познания нужны и в минераловедении, и в геологии, и в знании компьютера. Все это, рассказывает мастер, приходит со временем. Одно нужно знать уже в начале. Работа с камнем – это прежде всего упорный труд, затем творчество и только потом технологии. Единственное, что не приемлют камнерезы – называть камень холодным. Даже по законам физики камень дольше любых материалов хранит вложенное в него тепло. В каждый портрет, в каждую работу мы вкладываем теплоту своих рук. Как бы для нас это произведение искусства. Каждый камень, он индивидуальный. Даже если пусть это будет одна и та же порода, все равно везде жесткость разная, структурно вот это все, природные жилы. Там. Каждому камню надо подходить индивидуально. Индивидуальный подход в целом – это фирменный стиль Евросервиса. «Приходите, звоните, решим вопрос» – эту фразу менеджеры произносят постоянно. Этот принцип работает и в отношении, пожалуй, самого затратного пункта благоустройства захоронения. Каменные памятники во все времена и у всех народов стоили денег. Вопрос – каких? Большинство памятников, представленных на выставке, как гранитных, так и мраморных, можно приобрести с максимальной скидкой 70%. То есть, например, комплект гранитного памятника, это стела, тумба и цветник, можно приобрести по цене от 5000 рублей. Также у нас есть рассрочка на 3 года. И продолжает действовать акция «Ограда в трейд-ин». Услышанное далее повергло нас в легкий шок от щедрости предложения. Мы даже попросили менеджера повторить. Судите сами. При прямом обращении по вопросу организации похорон в нашу компанию, от лица компании мы предоставляем этим клиентам бесплатно гранитный памятник, полный комплект, стела, тумба и цветник. Ежедневно в Евросервисе реализуется более 10 памятников. Это значит, что на такое же количество станет меньше заброшенных неблагоустроенных захоронений. Игорь Гурьянов, Алексей Веченкин, телекомпания ТВИН. В драматическом театре имени Пушкина открыли мемориал бывшему главному режиссеру Сергею Пускипалесу, который трагически погиб в ДТП под Ярославлем. Ему было 56 лет. Как и для всей страны, для Магнитогорска такой ранний уход Сергея Витаута стал страшной потерей. Еще будучи главным режиссером Магнитогорского драматического театра, он сумел завоевать сердца жителей города, с которым не разрывал дружеских и творческих связей до дня своей гибели. Являясь учеником Петра Фоменко и выпускником ГИТИСа, в наш город еще малоизвестный режиссер Сергей Пускипалес приехал в 2003 году, чтобы возглавить драмтеатр. То, что союз будет удачным, показала первая же постановка. Дебютировать на магнитогорской сцене Сергей решил с непопулярного жанра – драмы, рискнув поставить пьесу итальянца Уго Бетти «Козий остров», успех которой был феноменальным. Театр для меня родной, он стал для меня тоже некой кузницей. Потому что, я говорю, тот теоретический запас, который у меня был после обучения в ГИТИСе и так далее, он здесь приобрел уже свои реальные формы. Я здесь стал практиком
понял, куда надо, как надо. Позже Сергей признается, что задержался в «Магнитке» надолго, неожиданно для самого себя. Как выяснилось, его покорил не только феноменальный актерский состав театра, но и сам город и его жители. Поставив на магнитогорской сцене 9 спектаклей, каждый из которых зрители любят и помнят до сих пор, именно Сергей Витаута не захотел делать из драмы театр одного режиссера. С его подачи «Магнитка» смогла увидеть постановки разных российских режиссеров, в числе которых был и Лев Оренбург, чья «Гроза» принесла театру «Золотую маску». Не порвал связи с городом Сергей Пускипалис и после своего отъезда в Москву. Первая всероссийская премьера фильма «Метро» с его участием прошла именно в Магнитогорске. Мне когда было предложено по праву такой первой ночи разные города, я сказал, а у вас там Магнитогорск числится? Мне сказали, у нас там миллионники, там у нас Магнитогорск. Я говорю, я поеду, наверное, в Магнитогорск. Вызвал удивление, а для себя испытал огромную радость, что я смог с вами увидеться, представить эту картину. Не забыл Сергей Витаута и о любимой магнитогорской драме. В 2018 году именно он стал куратором нового большого проекта спектакля «12-я ночь», а позже лично встретился с главой города, чтобы обсудить будущую реконструкцию драмтеатра, не упуская при этом случая вновь увидеться и с магнитогорской публикой, с которой вновь мог говорить только о театре. Мне кажется, что недостаточно все-таки внимания к этому театру, он заслуживает большего. Это театр, который, соперничая с моей альма-матер, с мастерской «Фоменко», извините, получил в России «Золотую маску». Можно по-разному к ней относиться, но он победил мастерскую «Фоменко», театр из Магнитогорска. И мне кажется, с большим вниманием надо относиться к тому, что здесь происходит. Я уверен, что эти ребята не подведут. И таким Сергей Пускипалис был во всем. Он отдавал всего себя полностью и любимому делу, и тем людям, с которыми работал. Умел дружить, умел прощать, жил по чести и совести и был человеком большой души. Вернее, большим человеком, место которого с его уходом, увы, никто занять не сможет. В нем что-то есть исконно русское, такое большое, доброе. Какой-то стержень такой. Стержень и в то же время мягкость и доброта. О новостях спорта через несколько секунд. И дождь им не помеха. В Магнитогорске состоялся 56-й легкоатлетический забег «Азия-Европа» памяти Бориса Нагибина. Он объединил более 1500 любителей бега. На дистанции вышли и дети, и взрослые. Чем запомнилось спортивное событие, расскажем в нашем следующем сюжете. Субботний день выдался пасмурным, однако ни хмурое небо, ни дождь не испугали любителей бега. На старт вышли сотни человек, в их числе дети. Мне нравится заниматься танцами, я люблю движение. Спокойненько пробегаем дистанцию. На финише я вас встречаю. Всем удачи, с хорошим настроением, с улыбкой пробегаем, радостный, веселый, довольный. Около 70 участников представляли компанию «Фаэтон», генерального спонсора забега «Азия-Европа». На протяжении многих лет они поддерживают спорт и бегут вместе со всеми. Этот забег для компании стал праздничным. В этот день председателю совета директоров Яну Токареву исполнилось 50 лет. В честь юбилея сотрудники организовали флешмоб и запустили в небо шары. Мы уже почти 30 лет это спонсируем. Каждый год это превращается в отличный праздник. Мы всегда благодарим тех, кто пришел, а тех, кто не пришел, приходите в следующий раз. Креативные, спортивные и активные сотрудники телекомпании ТВИН. Видеомонтажер Константин Бердников – постоянный участник различных соревнований. Вот и забег «Азия-Европа» не смог оставить без внимания. Еще не пробежать, шикарный праздник, тем более «Азия-Европа» не проводилась уже 2 года. Последний раз это было в 2019 году. Кстати, это был мой вообще первый раз, когда я побежал, когда я почувствовал этот огромный кайф беговой и вот втянулся. Массовый забег объединил любителей бега разных профессий и возрастов. Дети бежали 200 и 400 метров, взрослые 5 и 10 километров. На старт вышел заместитель главы города Александр Леднев. Он побежит 10 километров. Бег для меня – это прежде всего не просто образ жизни. Это начать день с хорошей, бодрой пробежки, зариться классным настроением, ну и поделиться этим настроением со своими друзьями, если это будет субботняя пробежка на 5 минут. А
От центрального стадиона участники побежали по Октябрьской до центрального перехода. Здесь у них состоялась встреча с другими участниками полумарафона. Теми, кто бежал 5 километров, они стартовали от 5-й проходной. Финишировали все на центральном стадионе. Спортсмену Никите Павлову понадобилось 27 минут и 31 секунда, чтобы пробежать 10 километров. Он первым пересек финишную черту. Результат не важен, важно место и полученные эмоции. Вот, конечно, доволен стартом этим. Очень атмосферно вышло, интересно и круто. Свою порцию адреналина и медаль получил Евгений Баннов. Режиссер телекомпании ТВИН за городскими событиями чаще всего наблюдает на экране мониторов. В этот раз сам попал в объектив телекамеры. Погода для рекордов. Состояние хорошее, замечательное. Спасибо всем организаторам. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Такой запомнилась мне и моим коллегам уходящая неделя. Интересных событий в городе было намного больше. Мы выбрали для вас самые информативные. Впереди вас ждет прогноз погоды. Всего доброго и до встречи.